В роли комментаторов сегодня все те же лица. Для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Ну что же, сегодня мы будем смотреть в прямой трансляции Лигу чемпионов, а именно матч группового этапа. Это Интер против Барселоны. Ну вот и наступил этот момент. Лига чемпионов начинается. Сегодня будем смотреть первый групповой матч. Путь длиной в 9 месяцев стартует с нашего матча. Посмотрим на состав Интера. В воротах Самир Ханданович. В защите Дефре играет со Шкриняром. Чолхан-Оглу вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в атаке Мартинес начнет с Джеко. Барселона в Лиге чемпионов. Какая уже по счету серия этого сериала? Сам не вспомню, но, конечно же, Барселона всегда фаворит этого турнира, не говоря уже о группе. Да, этот розыгрыш не исключение. Пока не наступил закат эпохи Месси, Академия каталонцев исправно работает. Так что почему бы им не быть фаворитами всех турниров, в которых они участвуют? И смотрим на состав Барселоны. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Ферран с первых минут играет с Депаем на флангах полузащиты. И в нападении с первых минут играет Пьер-Эмерик Абумиян. В основном турнире Лиги чемпионов УЕФА участвуют 32 команды, но групповому этапу предшествует стадия квалификации. Она отсеивает клубы, которые не смогли пробиться в групповую стадию. Так что турнир начинается задолго до первого группового матча Лиги чемпионов осенью, и общее количество участвующих команд может достигать 79 клубов. Барселона идет вперед. Не получилось у них атаку развить, и мяч у соперника теперь. Хакан Чалханоглу. Иван Перешич. Иван Перешич. Что можем сказать о нем перед матчем? Готов, будет играть, будет забивать. Но этот игрок отлично чувствует партнеров, и передачу идеальную может сам выложить и принять умеет. Счет открыт, быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Еще раз посмотрим голевую атаку. Хорошо они здесь в пас сыграли. Из близкого расстояния без труда он отправляет мяч в ворота. В нашей игре. Ферран Торрес. Фрэнки де Йонг. Пьер-Эмерик Абамиянг. Фрэнки де Йонг. И здесь не торопится команда. Долго разыгрывает мяч перед самой штрафной. Важно подавать тут. Защитник блоки. В руку мяч попадает. Пытаются оспорить там решение арбитра, но он был рядом и все прекрасно видел. Мяч в штрафную он направляет. Мяч в воздухе после такого выноса.
Дамфрис. Брозович. Эдин Джек. Пейшич. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. И мяч выбит из штрафной. Марцело Брозович. Хороший отрезок сейчас проводит Интер. Эдин Джеко. Хороший темп набирает атака. Здорово сыграно. Удар заблокирован. Пьер-Эмерик Обамиян. Пьер-Эмерик Обамиян. Жорди Альба. Защитник прерывает эту верховую передачу. Марцело Брозович. Дамфрис.